Всем привет, с вами канал Алекс Дэн Про и игра Окей Кио Лейквуд Плаза Турбо. Выбираем нашу сохраненочку. Итак, чем примечательна эта игра? Во-первых, здесь идет экшен постоянный, да, то есть нужно кого-то постоянно, такой файтинг, экшен, аркада. Нужно кого-то бить, каких-то злодеев, выполнять различные задания, получать за это вознаграждение. Что же касается самой техники ударов, урона, да, то здесь у нас представлены различные виды ударов. Итак, вот есть у нас синенький, да, наш дружочек, пришелец. У него есть задание. Давайте возьмем это задание. Итак, динамонета. Деньги, динозавры, наши великие предки. Скорее принеси Радиклсу горячий кусок пиццы. Ну что ж, попробуем принести. Так, выбираем для начала карту. Нажимаем паузу. Ой, простите, не паузу. Вот, да, нажимаем сюда. Итак, появилась карта. Вот нам необходимо попасть в этот квадрат. То есть один раз вниз и затем два раза вправо. Ну или по-другому можно обойти. Давайте пройдем вниз. Так, по пути нам будут попадаться различные... Ой, вышел. Различные монстры, роботы и препятствия. Некоторые элементы препятствий можно разрушать и получать за это всякие там денежки, монетки. Вот смотрите, обычные удары, да? Вот. Просто... Также можно сделать вот такой вот удар. Ай, не успел. Вот, то есть он делает как бы удар по площади. Вот так вот можно сделать. Это будет подсечка. Причем она очень эффективна, когда вы делаете также удар по площади. Персонаж, которого вы сбили с ног, убивается с одного раза ударом по площади. Так, ну проходим дальше. Здесь были самые простенькие монстры. С новыми заданиями увеличивается количество монстров, их качество, я бы так сказал. Вот здесь уже, смотрите, сами монстры делают подсечку. Ну, мы их быстренько перебили. Так, взяли монетки. Они, кстати, нам понадобятся для покупки дополнительных всяких там. Задание провалено, потому как мы опоздали в пиццерию. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Итак, давайте вернемся. Начнем его заново. Просто как-то замешкался, согласен. Замешкался и пропустил задание. Да, тут время было на его выполнение. А именно минута 15. Сейчас быстренько пробежим, всех уничтожим и зайдем в пиццерию, возьмем пиццу. Так, вперед, вперед. Так, отлично. Ай-яй-яй-яй. Всех перебили, то есть данное задание идет на время, то есть нам нужно побыстрее добраться до точки и получить нашу пиццу. Так, есть пицца, готова. Опа, и появились теперь уже мутанты посерьезнее. Ай, взорвался. Ладно. Так, пополняшка готова и вперед. Быстрее, быстрее, пока наша пицца не остыла. Что же касается самих ударов, как я вам говорил, они здесь разные. То есть можно вот такой вот удар использовать. Видели, бросок, да, был? Сейчас, конечно, не очень эффективный вариант. Сейчас я по площади побил, и все у меня получилось.
Так, а вот этот вот чудик, кстати, чем он характерен? У него много жизни относительно. При этом наносит он много урона и очень быстрый. То есть сбить его с ног нельзя, можно только нокаутировать. Все задания, в принципе, проходятся. То есть нет такого, что какое-то задание такое уж прям сложное, чтобы застрял и не можешь пройти. Все, отлично. Задание выполнено. Получаем супер-пупер монетку. Ну что ж. В принципе, давайте выполним еще какое-нибудь задание, да? Здесь, кстати, можно купить различные плюшечки за наши монетки. Также можно здесь что-нибудь приобрести. Она сейчас не в магазине. Так, дружеские объятия. 12 монет. Все, пополнили наше здоровье. А здесь также. Сюда, сюда, сюда. Окей, окей. Начать задание. Нам показывает, куда идти и что делать. Опа. А вот таких вот еще боссов у меня не было. Ого, ничего себе. Бросить, видите, мы его не можем, так как он слишком уж большой. Ну, зато можно было просто уничтожить. Так, смотрим карту обязательно. Идем налево. Так. А здесь кто будет интересно? Так, пушки. Пушки мне не нравятся тем, что они все-таки стреляют. Вот, и у них много жизни. Довольно-таки неприятные особенности. Летающие бомбы. Это что-то новенькое тоже. Так, пушка. Давайте с нее разберемся. Ай-яй-яй-яй, подстряли на этого дурика. Все. Фух, задание провалено, ты погиб. Ну что ж, на этом все. Если вам понравилось это видео, понравилась эта игра, пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Также не забудьте посмотреть в описании к этому видео, будет ссылочка на эту игру, будут ссылочки на другие интересные видео с советами и играми. Ну что ж, до скорой встречи. Пока-пока.